Мы на месте. Мы приветствуем Рейниса. Интересуемся, готов ли он к проверке. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанс? Доверит. Визуально что-то мешает? Мешает. У него на ноге, на руках и на голове как такие закрученные потоки, как улей осинный. И еще свет какой-то на неупокоенную душу похож. Если неупокоенная душа есть, она выходит, идет в клетку. Да, есть. Есть, хорошо. Сканер, просканируй сейчас Рейниса. Выведи эти подключки на руках, ногах, голове, эти завитки. Все это выводи, собирай в шар, отправляй в клетку тюрьму. Значит, у него джин, но на голове это другие энергии. Никто не притянулся? Два грея. Два грея. От грея выстраивается канал, притягивай всех ответственных с ними связанных. 1, 2, 3. Нет никого. Хорошо, какой у нас джин? 27-34. Синий джин, что ты делаешь в этом биополе? Ну, у него несколько вариантов ответа, он не знает, какой правильный. Выполняя желание. Это мы знаем, говори правду. Он тебя просил о каких-то желаниях? Пытаюсь подключиться. Это правда, верю. Дальше. С какой целью? Ну как же, с какой? Ну, тебе должен быть запрос какой-то, правильно? Ты его услышал. Какой это был запрос? Ну, чему и себе. Себе это в первую очередь, это понятно. А ему чем ты хотел помочь? Он показывает на ноге и на руках, что у него были потоки из его пыли. Какой денежные нет? Потоки дать. И взамен забрать что? Их забрать. Хорошо. Вот видишь, нормально же, можешь отвечать правду. Хорошо. Сколько ты присутствуешь в этом биополе? Чуть меньше 2 месяцев. Ты в квартире присутствуешь? Есть там твоя пыль? Немножко. Значит, есть. Присутствуешь. Грей, сколько вы присутствуете в этом биополе? Совсем недавно, 3 недели. И ваша, у них такая. В руках как кнопка, которую они регулируют, вот этот улей. Хорошо. Регулировали. Эта кнопка перемещается к этим ульям. Итак, цель вашей подключки. Контроль. Более расширенно отвечайте на вопрос. Контроль чего? Каким действием? Пока контроль. Пока они пытались сделать подключку похожую на те, что уже были, когда они пришли, то есть на такие же потоки энергии, как сделал джин. Чтобы не разбалансировать его сильно, и пока они пытались взять его под контроль, его разум. Получилось? Балансируется пока. Хорошо, Грей, а как вы почувствовали, где вы нашли это слабое место, что вы поняли, вы можете войти в это биополе? Человек не выставляет защиты, человек неосознанный. С вашей точки зрения, как вы опишете эту ситуацию? А им нечего описывать, они видят мягкость. Защит никаких не видели? Нет. Да, откуда им быть, если их никто не ставит? Хорошо, приступаем к реверсу энергию. Даю команду тонкой копии Рейниса спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкой аббрационной энергии в его биополе. Канал выстраивается также и ко всем артефактам сущности. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ и негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Рейнису. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Грей, что вы установили в квартире? Ничего пока. Там вообще ничего нет из ваших артефактов? Никаких плат, ничего? Они пока соединены с ним через вот эту кнопку. У меня нет задания сегодня чистить квартиру. Я просто обращаю внимание Рейниса, что в его квартире еще присутствует джин, возможно, другие сущности. Реверс закончился. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Рейнис забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Усилили потоки в 50 раз. Готово. Реверс закончился. Начинаем с вытаскивания. Джину выходить не надо. Втягивай себя всю пыль, все свои подключки. Ничего не забывай. Приступай. Но у него совсем немного. Хорошо. Забрал? Все вышло уже, да. Грей, я что-то осталось, что я еще не вытащил? Фантом. Выходит этот фантом. Есть. И выходит, и идет в клетку. Здесь мы все сделали. Хорошо. Даю команду на рассинхронизацию Рейниса с джином, Греями и их артефактами. Пошла рассинхронизация. Заканчивается автоматически. Готово. И помогаемая энергия отсигнуть все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетает. Все каналы, открывая воронку в галактическое ядро, они улетают на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо, джин, проверку ты прошел. Я тебя сейчас отпускаю. В твоих интересах вернуться в квартиру, забрать всю свою пыль, потому что если придет заказ на чистку квартиры, я найду хотя бы одну частичку твою, я тебя по ней притяну. Если ты не хочешь со мной снова встречаться, потому что повторная встреча грозит потерей магических артефактов и чалмы и так далее, и сосуда, то ты просто сделаешь то, что я тебе порекомендовал. Ты меня услышал? Да.
Открывается мне зуб-портал против часовой стрелки на частоте джина, и джин уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяй. Или я прошу тебя выйти со мной на связь. Приветствую. Приветствую тебя, Ли. Посмотри, пожалуйста, три недели у меня сидели здесь два грея в клиенте. Установили ульи. Цель – взять под контроль. Им это легко удалось, потому что человек... Забираем на проверку. Подключки уничтожить. Благодарю. Открываю воронку в галактическое ядро под подключками греев, и все это уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Неупокоенная душа, представься, пожалуйста, как к тебе обращаться? Мавра. Мавра. Как давно ты присутствуешь в этом биополе, по какой причине пришла? 3-4 эти дня. Хорошо. Цель? Цель идти дальше. Выход еще. Ты правильно пришла по адресу, мы открываем портал. Я тебе задам два вопроса. В каком году ты закончила свое земное воплощение и в каком возрасте? В 1978 году. А почему так долго находилась в матрице? Разве это долго? В человеческом отношении довольно приличное время. Я училась. Ты получила свой опыт, находясь между мирами? Огромный опыт. И еще его запомнить. Ты не могла бы сейчас поделиться этой информацией со мной о своих главных выводах? Что ты видела, что ты поняла? Не понят вопрос. Какой опыт ты получила, находясь между мирами? Этот вопрос был отвечен. Я проходила много обучения разного, наблюдая, делая выводы. Хорошо, Мавра. Больше вопросов нет. Ты готова уходить? Готова. Открывается светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. Мавра идет в этот портал. Ее куратор встречает. Все, кто ее знает и любит по ту сторону, встречают Мавру. Мы желаем ей всего хорошего в новой жизни. Встречает ее? Да, она ушла. Закрывай, печатай, растворяй. Давай заправим Рейниса энергиями, посмотри, сколько ему нужно энергии и какая частота вибрации. 375,24. На счет 3 макушку головы Рейниса начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 375% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняет, усиливает, все необходимые ему цвета начинает поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 24 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Рейнис, мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете сейчас? Блаженство и спокойствие после чистки энергии наполняют меня. Приятно, но так понимаю, надо работать над собой. Или вы будете этих сущностей постоянно из себя вытаскивать. Из ничего ничего не бывает. Без ваших усилий ничего не установится. У вас время прошло после чистки. К сожалению, вот последние 2 месяца у вас сидел уже джин. Он бы не вошел, если бы ваши защиты работали, если бы вы их ставили, если бы заправлялись энергиями, сбрасывали негатив. Хорошо, я все сказал, что я хотел сказать. Будем возвращать вас назад. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Рейниса в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Есть. Отключаемся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем.